напоминает чем-то Доминикану. Очень тепло, но идет дождик тропический. Свежо, очень легко дышать. 6 утра. Неужели 6? 6:30, да. Легкий дождик. Никого нет, а мы идем. Ну, конечно, уже все вон бегают туда. Мы хотим посмотреть восход. Вот он. Гонолулу. Без зонтиков тропический дождь идет, да. А сибиряки радуются лужам. Радуются лужам. Пойдемте. Вот это да! Вот это да! Шумная улица, Лианета. Лианет. Мы в магазине, который называется ABC Stores. Это только они на Гавайях, по-моему, на Флориде тоже они были. Не видели мы их в Доминикане. Они с 1949 года. Вот где таких гавайцев сейчас разве увидишь? Сейчас гавайцы такой, видишь? Ну, посмотрите, цену $6. Ну, в принципе, приемлемо. Пляж. Да. Вот это их гавайи. Хавайи. Макадамия. Стюардессы. Ага, да. Этот цветок называется Олу Олу Флауэр. Сделано на Гавайях. Эксклюзивно здесь. Да. А дальше они сильно любят всякие разные амулеты. Всякие разные. Это уже их традиционные. Да, это в виде кокоса. Это да. Вот для пьющих да. Рюмки. Это все, что у них как бы есть. Вот везде у них эти цветы, ихние, так скажем, их гавайцы. Во всех проявлениях. Здесь посмотрим, это ну, на память, сувениры. Угу, досочки, да? Это не балалайка, это гитара электронная. Открывашки. Написано, пожалуйста, только это для выставки. Да. И обязательно тут у них... Ну, вот никуда это... без этих башков, да. Да. Прихваточки. И самое. Какой запах кокосовый, натуральная. Ой, кокосовая свечка. Uh-huh. Надо же, как добавили, вкусно. Они разные, это да. $14 такая штучка, а это прямо в кокосе почти. Но оно будет 20 с налогами, да. Теперь посмотрим на продукты. Почти 9. Примерно так же, как в Калифорнии. Вот так вот. Картошка, конечно, не как в Калифорнии. У нас можно вообще около доллара. Картошка дорогая, лук дорогой. Да. Но зато папайя 2,79. Пожалуйста, ананасы. Ну, ананасы мы поедем уже на ферму почвиться. Ну, да. Сумочки их. I love Hawaii. Я люблю Гавайи. Да. Это тоже, видимо, какая-то... Это сладости, ага. Манго. А, это pineapple. То есть это... ананас в шоколаде в черном. Ну, в темном. Mm-hmm. И тоже, видишь, цена? 10, и, да. И это у нас дорого. И здесь тоже дорого. О, это 7D, то есть это они прямо отсюда натуральные. Mm-hmm. Да. И палачи. О, посмотрите, леденцы. Со вкусом кокоса, ананаса, май-тай, шоколад. Даже витамина С и всякие всевозможные здесь. Витамин, эти полотенца, да. Сказала витамины, я тоже говорил. А цена... Ой, 2 за 40, да, ребяточки. Цена-то, конечно, ой-ой-ой, кусается. Угу. Идешь, вот ой, они любят все эти бусы. И даже мужчины, и женщины. Я помню, когда мы прилетели на Гавайи 14 лет назад, и у нас был медовый месяц, то нам надели бусы и сказали, добро пожаловать, поздравляем вас. И я тоже посмотрела, думаю, посмотри-ка, вот сильно они вот это вот любят такое. Вот у них все это в бусах. Все в бусах, да. Да, все в бусах. Все в бусах. И, конечно, Рождество, вон же носочки повешали, но это такая традиция американская. Так что... Вот такой вот ABC-магазинчик.
яхтовый клуб на Вайкики. На каждом шагу цветы. Не устала ты еще от дождя? Это фикусы. Нет, здесь, наверное, все радуется дождю. Да как кто здесь? Все бегают, ты что? Декабрь, да. Декабрь, дождь идет. Теплый, благодатный. Видите, тоже природные. Природные гавайевские цветы. Заливчик Гонолулу еще говорит нам погода, что будет дождь в течение, ну, чуть меньше часа, а потом рассеется. И вон там уже вдалеке видно, что будет просвет. Хороший день. Хороший день. Это вроде как последний день дождя. И потом все дни солнышко. На Гавайях курение запрещено законом, но ребятушки все курят. Вот честное слово. Ну, Мамбер говорит, что это напоминает не Танию. Потому что пальмы все в ряд. Вот с такого дерева мы сорвали вот такой плод. Плодик. Скажите нам, пожалуйста. Что это может быть? Что это такое в комментариях? На такие гавайевцы. Да. Ну или ботаники. Из того видишь, как-то. Угу. Разломала мама Вера что? Этот плодик. Ну, короче, она и сейчас и получилось два семечка. Флору и фауну всю разэтывает нам. Поэтому неизвестно, что это. 8:30 утра. Этот пляж называется Ала Моана. Ала это называется путь. Моана, ну, типа как море, залив, океан, река. То есть путь к океану. Ала Моана. Немножко вам гавайевского языка, чтобы вы знали. 8:30, дождевые тучи, 1 декабря, и народу почти никого, весь пляж наш. Гуляя, мы наткнулись на гавайевские грибочки. Смотрите, какие они симпатичные. Быстро прет катерочек-то. Катамаран, вернее. Прям в океан. Другое дерево там еще поднарядилось. Одна, да, еще. Ребятушка, мы на Гавайях, и мы в торговом центре перекусили. Очень вкусно. Посмотрите, сколько у них здесь магазинов в одном центре. Это просто вообще громадный список. Представляете? Вот тебе вот этот-то и пишет. Алла, добро пожаловать в океан, в этом море. Алла Моана, да. Ну, это наша улица, чё. Смотрите, какой лифт. И он прямо на внешней стороне здания. Представляете, как вот едет.